Страсть к сладкому знакома каждому из нас вне зависимости от возраста. Мало кто откажется от такого лакомого кусочка, верно? Ни одно торжество, будь то день рождения, свадьба, крестины или Новый год, не обходится без торта. У каждого, конечно, свои предпочтения. Одни любят шоколадные торты, другие – бисквитные. Кто-то предпочитает торт со взбитыми сливками, а кто-то со сгущенкой. Существует огромное количество самых разных вкусных рецептов тортов. И если у вас появился повод для застолья с чаепитием, за тортиком обязательно зайдите в «Радугу». Только там вас ждет действительно сладкое предложение. Торговая сеть «Радуга» объявляет о новой радужной традиции. В течение всего года мы дарим скидку до 30% на торты и весовые пирожные собственного производства во всех магазинах сети «Радуга» в честь праздников, которые связаны с семьей и семейными ценностями. Дополнительную информацию о перечне праздников ищите на сайте radugasto.by и в местах продаж. Следите за новостями на нашем сайте и в социальных сетях. И проводите семейные праздники вместе с «Радугой». Несколько десятков видов тортов и весовых пирожных предлагается лигарчанам, и не только торговая сеть «Радуга». Ее кондитеры постоянно совершенствуют свое мастерство, придумывая не просто новые рецепты, но и оригинальные украшения для сладкого лакомства. Ведь каждый кондитер хочет, чтобы именно его торт стал главным украшением стола. Покупайте, пробуйте. В конце концов, в неустойчивом мире кусочек хорошего торта, по крайней мере, является неоспоримым удовольствием.